Если хотите, я уйду с работы. Да, было бы очень хорошо. Никуда ты не уйдешь, Афруза. Наша домработница Афруза тоже здесь. Можете посидеть вместе. Где цветы? Цветы? Цветы! Мне надо много о чем тебя спросить, Афруза-хан. Почему ты через своего помощника посылаешь мне разные угрозы? Надо же, все эти дела произошли в один день. Я нашел то, что искал. Чего теперь ожидаешь? Мне действительно очень интересно. Да, это еще не все. Ты даже представить не можешь, что будет дальше. Они и так уже враждуют. Если положение ухудшится среди служащих, компании разлетится слух, если что. Конечно. Я думаю, что это дойдет до Бехрузаки. И, как видишь, компания начнет разрушаться изнутри. Очень хорошо. Ты говоришь очень приятные вещи. Дай бог, чтобы наши планы сбылись, как мы хотим. Без задореньки. Наргиз, ты только поверь мне, все будет хорошо. Я верю. Спасибо. Вот, Нурия-хан, дома ты осталась совсем одна. Истина жизни тебя не обошла стороной. И это мы увидели. Ты верила, что придет день, и ты выдашь замуж свою дочку. Кто мог подумать, что муж твой умрет, и ты останешься вдовой? Такова жизнь. Что мы можем сделать? Я осталась одна в таком огромном доме. Алло. Алло. Кто это? Посмотри в окно. Не поняла, кто вы? Посмотри в окно, узнаешь. Что она здесь делает? Как она нашла этот дом? Мне и так хватает здесь проблем. Как теперь избавиться от этой? Еще одна головная боль. Надо что-то делать. Мусор. Да, мусор. Что ты здесь делаешь? А я думала, что ты будешь рада меня увидеть. Что? Ты с ума сошла, да? Да, сошла с ума. Что ты хочешь сказать? Как ты нашла этот дом? Я же сказала, я помощница Умара.
Найти было несложно. Скорее уходи, пока кто-нибудь не увидел нас. Со мной справиться нелегко, поняла? Я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу, что мир для тебя стал тесен. Кто-нибудь нас может увидеть. Уходи скорее. Почему ворота открыты? Ого! Поздравляю! Ты хорошо устроилась. Я тебе очень завидую. Как ты обманула этих людей? Может, расскажешь? Наверное, все здесь думают, что ты очень хорошая девушка. Да? Откуда им знать, что ты дьявол в облике ангела? Бедные люди. Правда? Думай, что говоришь. Твое время закончилось, Афруза. Понятно? Что здесь происходит? Хочешь мне ответить? Что здесь происходит? Афрузахон сама расскажет, что происходит. Ну ладно, приятных сновидений. До свидания. Ну вот, Афруза. Тебе самой придется все объяснить. Я... Это самое... Что ты? Это личная проблема. Я не обязана вам отчитываться. Ты спорила с какой-то девушкой в полночь рядом с нашим домом. И теперь говоришь, что не можешь объяснить? Или ты хочешь, чтобы я рассказала обо всем своим родителям? Может быть, ты сама им все расскажешь? Чего вы хотите от меня? Я просто хочу, чтобы ты ушла из нашей жизни. Неужели это непонятно? Я промолчала даже тогда, когда ты клеветала на меня. Но уже довольна. Всему есть своя мера. Хватит. Что будет, если не будет меры? Джасур тебя не любит. Ты не можешь с этим смириться. Послушай, замолчи. Теперь и я не буду молчать, Ясмина. Теперь ты оставишь меня в покое. И не будешь появляться на моем пути. Иначе я... объясню на понятном тебе языке. Теперь, если разрешите, я войду в дом.
Но это похоже на сон. Вы потеряли флешку? Теперь она в их руках. Вы понимаете, что это такое? Я сам не могу понять. И будто этого не хватало, они приходят к нам и говорят, что вздумается. И ни капли не стесняются. Они ведь забрали у вас флешку. И достигли своей цели. Это было очень важно для нас. Вы понимаете, что нам теперь делать? Откуда мне знать? Хватит! Успокойся! Как успокоиться? Теперь я не могу быть спокойной. Вы не ждите от меня спокойствия. Я не та женщина, которую Фарида может победить. Послушайте, почему вы так спокойно сидите? Сейчас они вдвоем сидят и смеются над нами, понимаете? Замолчи! Больше ничего не говори. Я найду выход. Не оставлю это так. Я это так не оставлю. Не оставлю. Фотографии нет. Кто мог ее взять? Где могут быть фотографии? Тоже входил в мой кабинет. Где она может быть? Я положил ее сюда. Неужели кто-то входил? Кто мог войти в мой кабинет? Кто-то точно сюда входил.
надо было нас покидать в свое время. Теперь вы не можете себя успокаивать, смотря на фотографию. Я этого вам не позволю. Доченька, а? Куда ты собралась? Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Я предупреждала Захропа. Я погуляю часик. Хорошо. Я тоже еду на работу. Подброшу тебя. Не беспокойтесь, я сама. Тут нет беспокойства. Я сам подброшу. Хорошо. Идем. Смотри, чтобы они не пропали. Камрон, какие-то проблемы? Почему нервничаешь? Мы в рюкзаке. Кто-то за нами следит. Что? Что случилось? Почему они следят? Не знаю. Кто они? Не знаю, но на этот раз они точно не скроются. Что мне делать, Бехрузаке? Сейчас перейди на другую линию и пересеки на красную. Мы же нарушим правила. Мы должны так сделать. Мы должны точно знать, что за нами следят. Понимаешь? Понятно. Здравствуйте. Здравствуй, как ты? Нормально, хорошо. Я пришла поговорить с тобой. Хорошо, а что случилось? О чем хотите поговорить? Ты догадываешься, наверное? Думаю, ты не хочешь, чтобы о вашей вчерашней ссоре кто-нибудь узнал. Если здесь об этом узнают, о тебе может сложиться плохое впечатление. Во вчерашней ситуации моей вины вообще нет. Но ты пришла к нам домой в полночь, не так ли?
Хорошо. Я расскажу все, что произошло. Но не здесь. Я сейчас оставлю эти документы у Мараке. Отпрошусь у него и выйду к вам. Пойдет? Да. Буду ждать тебя с нетерпением. Хорошо. Бехузаке, мы проехали на красный. Но они до сих пор преследуют нас. Чего они добиваются? Почему они преследуют вас? Не знаю. Действительно не знаю. Тогда почему они не оставляют вас в покое? Наверное, хотят чего-то, поэтому и не оставляют в покое. Дочка, тебя оставить в начале улицы? Я должен с ними рассчитаться. Я не оставлю вас одного. Ты уверена? Да. Тогда хорошо. Камрон. Да? Сейчас заедешь в Махалю и останови. Разберемся с ним. Понятно. Узнаем, кто эти негодяи. Сейчас. Здравствуй, Нурия. Зарина, что ты здесь делаешь? Ты не пригласишь меня в дом? Садись, прошу. Добро пожаловать. Спасибо. Каким ветром принесло тебя к нам? Что случилось? Ветром добра. У меня к тебе есть предложение. Что за предложение? Тот долг, который я передала тебе через одного человека, помнишь? Ну, ты пришла спросить его? Я верну тебе твой долг. Не обязательно возвращать эти деньги. Я пришла с другим предложением. Интересно, что это за предложение? Давай объединим наши силы. Чего ты от меня хочешь, Зарина? Одно время Захро, ты и я были подругами, помнишь? Но Захро оклеветала тебя, унизила тебя. А ты за это не ответила, Захро. Сейчас я предлагаю тебе отомстить Захро за все содеянное. Слушай, не вмешивай меня в свои дела, ладно? Я знаю, что ты хочешь отомстить, Нурия. Почему не ты? Почему Захро? Почему она должна жить в роскоши, а ты должна мучиться? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю.
Скажем, я согласилась. Что дальше? Это другой разговор. Ты хорошо знаешь не только Захро, но и Фариду. Я хочу, чтобы ты стала близкой подругой Фариды. Поможешь мне узнать ее слабые стороны. Вот за это я у тебя не возьму деньги, которые я тебе дала. Мы посчитаем, что ты вернула свой долг. Ну? Тебе надо остерегаться, Зарина. Мы вдвоем будем сильными партнерами. Но... Теперь пусть они боятся нас. Эй, остановись! Вот подлец, убежал, негодяй. Убежали? Да. Негодяй. Проклятый. Что случилось, Бихрусаке? Не переживай, дочка, все хорошо. Мерзавцы. Ну, Осихан, говорите, что вы не можете поделить с Афрузой? Вы знаете, Афруза всегда ставила мне ловушки. Всегда. Мне это совершенно неинтересно. Мне не нужна проблема. Мне нужно решение. Мы никогда с ней не ладили. Ходили в одну школу. Жили в одной махале. Но почему-то с детства у нас были разные взгляды на все. Даже наши мамы тоже не ладили друг с другом. У них были свои проблемы. Почему? Обыкновенные мелкие сплетни женщин. Женщины, которые обычно часто ссорятся, становятся врагами. У них произошло именно это. Позже ее мама заболела. Вот так. У нее есть семья? Да. Мама недавно умерла. Как мне известно, у нее отца нет. Наверное, он умер, когда Афруза была маленькой. Вот так. А что у вас за проблема с Афрузой? Я поняла, были семейные недоразумения. И что потом? Я любила одного парня. А он... Он любит Афрузу. Она отняла его у меня. Потом я хотела устроиться на одну работу. Но вместо меня взяли ее. А я осталась в стороне. Вот такие дела. Потом я начала мстить Афрузе.
Значит, она отняла у вас и ваше будущее, и вашу любовь. Эта девушка настоящая ведьма. Я говорила, чтобы не верили ей, но никто не послушал меня. Она работает сейчас в нашем доме. Я тоже ее ненавижу, как и вы. Не верят, да? Она наверняка всем показала себя очень хорошей девушкой. Послушайте, вы будете передавать мне информацию об Афрузе. Потом просите у меня, что хотите. Понятно. Значит, у нас один враг. Да, это так. Договорились. Значит, мы партнеры. Да, партнеры. Захархона, вот ваш чай. Спасибо. Афруза, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Почему нет настроения? Бехрузакя тоже пришел и сразу пошел в свой кабинет. Все в порядке? Я же сказала, что нет никаких проблем. Вам что-то надо? Ничего не надо. Скажи Ойше, чтобы подготовила комнату невесты. Хорошо? Хорошо. Не переживайте. Мы обязательно все подготовим. Будьте спокойны. Кто это? Моя подруга. Если нет мне поручений, я пойду в свою комнату. Займусь своими делами. Ну хорошо, иди. Спасибо. Алло, я слушаю. Сейчас, не задавая вопросов, слушай меня внимательно. Сегодня вечером оставь ворота дома открытыми, ты поняла? Не мешай мне, сиди спокойно. Кто вы? Не интересуйся. Делай, что я сказал. Я не могу этого сделать. Если не сделаешь, что я говорю, потом пожалеешь. Кто вы такой? Почему я должна делать то, что вы говорите? Достаточно того, что я знаю тебя. Не ищи проблем для себя. Делай, что сказано. Что мне теперь делать? Что же делать? Я не верю в такие игры. Ты понимаешь? Во что бы то ни стало, надо испортить их план. Судя по вашим словам, дела осложнились? Мы подготовим тщательный план. Сначала поставим ловушку. Потом переманим их в нашу сторону и возьмем ситуацию в свои руки. Да. В этот раз мы справимся, Бехрузаке. Не переживайте.
они все ответят за все то, что сделали мне. Алло? Алло. Я слушаю. Чего вы хотите от меня? Мало того, что вы сделали? Я не знаю, о чем ты говоришь. Недавно мне звонил какой-то мужчина. Это ваш человек, да? Нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Перестаньте играть со мной в игры. Что за игра? Афруза, нет никакой игры. Только что мне звонили. Он знает меня. Знает, с кем я работаю, где я. Мне приказали открыть ворота, когда все уснут. Черт побери. Я и сам удивлен. Кто это может быть? Я тоже говорю об этом. Мы должны все уточнить. Что мне делать этой ночью? Я постараюсь узнать, кто стоит за этим, чтобы ситуация не стала еще хуже. А пока ты делай, что они говорят. Постарайтесь уточнить скорее. Иначе и для меня ситуация осложнится. Если я не останусь здесь, вы тоже не достигнете своей цели. Все ваши планы рухнут. Ты что, угрожаешь мне? Понимаете, как хотите. Теперь это меня не интересует. Найдите человека, который мне звонил. Скоро все перевернется вверх дном. Придется отвечать за каждый совершенный поступок в отдельности. Теперь мы с Зариной на одной стороне. Но в то же время я должна быть с Фаридой. С другой стороны, есть еще Захро. Об этом не стоит забывать. Опять я ввязалась в опасную игру, сама того не зная. Пришли.
это они. Господи, дай мне терпение. Что я делаю?